Это круто. Блин, офигеть, как здесь скользко. Огонь. Офигеть. Так, ну что, сейчас будет ланч-контроль. Она просто пушечно выстреливает, просто пушечно. Очень крутая машина. Да, спереди целая, 45 МГ. Ну что, малыш, попал ты? Попал, малыш. Под раздачу. 100. Вот он нажал, смотрите, просто вообще без шансов. X4 просто на космос быстрее. Мне, как всегда, везет с погодой дождливой. Вот. Сейчас также я сделаю замер ускорения на прибор, называется Драги. Снег с дождем, каша, налить. И в итоге лучшее 0,100 3,98, а 100-200 9,8. Кстати, в лучшем замере 0,100 машину болтануло и отпустил газ, чтобы ее не ушатать. Обратите на это внимание, по звуку слышно, но при этом 402 метра все равно просто превосходно. Это очень быстро для стокового кроссовера. И еще замер, просто дичайший встречный ветер и скользкая дорога. При этом 0,100 снова из паспорта за 4 секунды. Правда, 100-200 так себе, но я уверен, что летом будет гораздо лучше, а на пилот-спорте 0,100 3,6 поедет уверенно. Сейчас мы произведем замер. Поскольку это кроссовер, это очень важный замер. Нижние точки посадки по уровню глаз и верхние точки посадки по уровню глаз. Нижние, сами понимаете, для того, чтобы центр тяжести был ниже, машина лучше управлялась, а верхняя, чтобы воспользоваться преимуществом высокого автомобиля и смотреть на движение, как говорится, второго этажа. Для этого я использую прибор лазерный ADA Instruments Cube Mini. Вот. И сейчас сажусь в X4, смотрим, как это все будет, то есть я уже настроил. Видите, на уровень глаз это нижнее положение посадки. Мы видим, что это 135 сантиметров. На кресле видно тоже очень хорошо. Сейчас я поднимаю сиденье максимально высоко. То есть это будет второй этаж посадки. Вот, все, стоп, стоп, стоп. Вот как раз мне в глаза. И теперь меряем. Посмотрим, кстати, разницу. Именно диапазон регулировки сиденья. 142 сантиметра. Сейчас я меряю клиренс автомобиля. Маленький штатив забыл, поэтому пришлось нагородить вот такую небольшую пирамидку. Значит, у меня луч идет по нижней части защиты. Там вот видно зеленое как раз на уровне защиты. Вот. И, соответственно, мы понимаем, что клиренс, нижняя точка автомобиля, я все посмотрел, все проверил. Ну, с учетом того, что где-то там на 2 мм она показывает выше, чем защита, то... Ну, чуть больше 21 сантиметра вот на этой зимней резине размерностью 255 на 45 R20. Теперь, что касается мощности, то Сергей Рязанцев замерил этот авто и получил следующие цифры. Мощность 552 лошадиные силы, а момента 570. То есть мощность больше, а момента что-то не дотянули до заявленного.